Здравствуйте, наши дорогие друзья-подписчики. В этой части мы будем рассматривать, как надо собирать второй слой в боковых сторонах кубика Рубика. Для этого нам надо найти боковое ребро, да, которое надо вставить в второй слой. Оно будет снизу. Так, вот, например, желто-красный. Нам надо будет поставить его сюда. Для этого, если желтый сверху находится, да, эта часть ближе, то выдвигаем нижнюю часть в бок, вправо. Затем выдвигаем ребро наше левое. Да, выдвигаем эту часть. И заносим его с этой стороны. В итоге у нас синий, красно-желтый встал на свое место. Попробуем это упражнение еще раз на другом примере. Да? Например, вот красный-белый. Он должен встать сюда. Да? Что мы делаем? Выдвигаем красный в бок. Да? С этой стороны вот этот. Вот этот главное вынести, да, и занести его с этой стороны. Вот, вот такое несложное упражнение. Так, посмотрим еще раз. Например, вот, вот этот желто-оранжевый нам надо поставить вот сюда. Да? Что мы делаем? В этом случае, если нам надо поставить уже не с этой стороны, а в эту сторону, надо нам сдвинуть его влево, да? С этой стороны выдвинуть синий и задвинуть его уже с этой стороны. В принципе, несложное упражнение. Ну и последний. Оранжевый и белый. Да? Чтобы его поставить сюда, также отводим его в сторону. Да? Синий угловой. Вытаскиваем его с этой стороны и заносим его в эту сторону, с этой стороны. В итоге мы легко собрали второй уровень. Довольно-таки несложное упражнение. Поэтому подписывайтесь на наш канал. И в следующей части мы расскажем, как надо будет собирать нижние и последние уровни. Спасибо, до свидания.